Была у меня учительница, разрешающая гладить себя по спине, не ругающая наших смешливых парней, которые, как на подбор, забияки, но читавшие Блока и Пастернака и понимавшие с первого знака, первого взгляда, тихого слова, что сейчас разговор пойдет по-иному и о новом, о чем не говорят на других уроках, о нас, ждущих нашего срока, молодых и дерзких, готовых устанавливать свои порядки, в новые книги вставлять закладки, горланить рок на остановках, обрывая гитарные струны, и ловко закладывать такие аллюры на виражах, что даже серый строй многоэтажек расступился бы перед нами, бешеными, как цунами. И она говорила нам: «Ничего не бойтесь, пока не страшно, пока вы не стали старше, идите и пойте». Была у меня учительница, которая видела наши лица.